Всем привет, с вами Вика, и это шоу «Академия порядочных парней». Сколько вам нужно времени, чтобы понять, что за трек вы слышите? Некоторые люди настолько хорошо знают современных исполнителей, наверняка это ты, что им будет достаточно услышать первые ноты вступления, чтобы понять, что за песня сейчас заиграет. Сегодня же перед нашими школьниками будет стоять задача отгадать исполнителей и название треков, которые мы для них будем любезно включать. И все это они должны будут сделать в течение 10 секунд. А вы бы справились с такой задачей? Давайте проверим. Для того, чтобы потягаться с нашими участниками, вам достаточно написать в комментариях на Изи, а также обязательно поставить лайк под этим видео, посмотрим, сколько вас наберется. И в конце выпуска обязательно напишите в комментариях, сколько у вас получилось отгадать треков. Только давайте без обмана, будьте порядочными парнями. Ну а мы начинаем. Это XXXTentacion Set. XXXTentacion Set. Это Тентасьон, его, к сожалению, недавно застрелили. Это XXXTentacion Set. Set. Не знаю. Это монеточка, что... Как песня называется, я не помню. Ну, это монеточка какая-нибудь, нет? А тебе это монеточка, какая-то песня, типа, каждый раз, ну, точно монеточка, я на нее в инсте подписан. Ну, по голосу это похоже на Мияги Эндшпиля. Не знаю. Ну, я, если честно, не знаю, кто это. Автор это либо Зомб, либо ATL. Но мне кажется, ну я слышал эту песню. Не знаю. Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят. Самое прикольное, что я не знаю название трека. Это LJ. Это LJ? LJ 360. Да блин, это крутая песня, я знаю. Это Sayonara Boy 360. Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят. Я залетаю в рэп-хату, пули летят с автомата. Эй! Ваши кумиры все в ад, а я им башу как надо. Русский рэп-говно. Это Вика Пич «Миллион». Какой-то кочевый трек, но я не знаю. Это Виктория Пич «Миллион». Вот это вот лучшая песня за последние 1000 лет. И эту песню я переслушивал около 100 с чем-то раз. Не буду врать, там лучше скажу, около 100 раз слушал. Но это, конечно, Вика Пич. Кто же ее не знает? Я залетаю в рэп-хату, пули летят с автомата. Ваши кумиры все в ад, а я им баш как надо. Русский рэп говно, женский русский рэп. Тем более в музыку сегодня, сука, лезет каждый блок. Power pop, love kick, каждый pop, high kick. Папа был прав, love стал такой, тактик, наблюдай.
я слышала это много раз. Может, обладает? Бульвар Депо, Power Puff называется трек. Это Бульвар Депо, Кащенко. Это Power Puff, Love, Кащенко. Уху! Power Puff, Love, Тик, каждый пап, Айки, папа был прав, Love, стал такой тактик, наблюдай, как я стал такой практик, смерть держит в когтях, мой огромный майдик. Мне похуй, кто звезда в этом году, я делал деньги не для суда на еду, ты назовешь этих мышей своим. Похоже на фараона, а композиции не знаю. Флэш или Лизер, нет? Это с косичками. Ти-фест. Ти-фест? Это Ти-фест, иностранец. Мне похуй, кто звезда в этом году. Я делал деньги не для суда на еду. Ты назовешь этих мышей своим крю. Они зашли и через дыры с корабля бегут. Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci. Нет, я не мажор, я заработал сам, и я все круче в секрет-ру. Тимати, Егор Крид, Гуччи. Гуччи, Тимати, Егор Крид. Тимати? Трек Гуччи, по-моему, да, называется? Это Тимати фит Егор Крид, Гуччи. Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci. Нет, я не мажор, я заработал сам, и я все круче в секрет-руме. Три кристалла мне за стол, сучек, сучек! Вот такое вот сегодня вышло видео. Ну что, сколько исполнителей вам удалось отгадать? Пиши в комментарии. И если тебе понравился этот выпуск, то лучшей благодарностью для нас будет ваш замечательный лайк под этим видео. И если мы наберем 10 тысяч лайков, то в скором времени выпустим продолжение. Так что прямо сейчас жми на этот соблазнительный пальчик и на колокольчик. Ну а с вами, как всегда, за кадром была Вика. Увидимся завтра. Я роняю запад, но ты роняешь мыло. Ты стрельнула на диссе, но ты выглядишь уныло. Твоих зашкваров, сучка, в инете просто не счесть. И ты вроде не солдат, но за бабло отдала честь.